Zombie Apocalypse. Привет всем! Не правда ли красота такая? Внутри образуется торнадо, и плюс еще подсвечивается все это красивыми, яркими, разноцветными светодиодами. И внутри тут образуются такие пузырьки, блески, и красиво все это в темноте светит. И вот мне стало интересно, как же все это работает? Сейчас попробую вам об этом рассказать. Там есть внизу такая пластиковая штучка, она вращается, соответственно, вращает воду, синхронно ей в воде вращаются блески, и сверху есть тут такие вот пенопластовые шарики. Они, соответственно, также вращаются вместе с водой и образуют вот такой вот смерч. Это, в принципе, все понятно, но мне стало интересно, как же вращается вот эта пластмассовая штучка, потому что никаких двигателей и приводов там не видно, но она все же вращается. Поэтому я вскрою ее и посмотрим, что же там внутри. В комплекте к этому светильнику шел только вот такой вот шнур с микро-USB, а с другой стороны USB обычная. Блок питания в комплект не шел, поэтому я взял свой, подключил к своему блоку питания. Токи тут маленькие, поэтому можно, в принципе, использовать любое зарядное устройство для телефона. Как я и сказал, что она, в принципе, состоит из самого корпуса, воды внутри. А здесь у нас какие-то типа пенопластовых пузырьков сделано, блесток и вращающиеся вот такой вот пластмасски. Сюда подключается питание микро-USB. И снизу здесь есть переключатель, можно включить и выключить. Также есть еще отсек для батареек. Если вам не хочется заморачиваться с проводами, можете вставить 3 мизинчиковые батарейки, и будет у вас работать от батареек. Для того, чтобы посмотреть, что там внутри, мне нужно открутить вот эти 2 самореза. Сейчас откручу и посмотрим, что же там внутри. Так, саморезы открутил, теперь необходимо снять эту крышку. Плотненькая она сидит, но с помощью отвертки мне все удалось. Снялась полностью с платой управления, поэтому отложим сейчас сам светильник и посмотрим, из чего состоит плата управления. Итак, здесь приемный разъемчик, розетка микро-USB. От нее провода идут на клеммы батареек, поэтому если у вас стоят батарейки, не включайте зарядное устройство, потому что вы начнете заряжать батарейки. А батарейки заряжать не стоит, если это не аккумуляторы и нет контроллера заряда. А батарейки вообще заряжать не стоит, потому что они потекут и вытечет вся эта кислота, вредная из батареек. Так лучше не делайте. Так вот, если вы поставили питание, проверьте, есть ли здесь батарейки. Если есть, то их выньте. Далее с питания идет через вот этот выключатель. Соответственно, вы включили, и питание пошло уже на плату управления. Сама плата состоит из светодиодов, соответственно, красный, синий и зеленый. Управляется все это микросхемкой, которая на плате стоит. На периодичностью включения и выключения этих светодиодов управляет. Также управляет двигателем. Маленький электродвигатель есть, на котором сверху здесь стоит неодимовый магнит. Вот он прилипает. Прилипает неплохо. В принципе, все предельно просто. Сейчас попробую подать питание и посмотрим, как работает без корпуса лампы. Ну, таким образом все это работает, двигатель крутится, магнитик вращается,
Светодиоды горят разными цветами, периодически загораются и гаснут. Ну и вот, мы теперь разгадали загадку, за счет чего происходит смерч, круговорот воды здесь. Соответственно, вращается вот этот двигатель, на котором неодимовый магнит. Пластмасска, которая там внутри, она тоже имеет неодимовый магнит. Соответственно, прикладывается сюда магнит, они друг к другу притягиваются через корпус, никаких протечек тут не будет. Это, кстати, интересное решение, я бы на самом деле подумал, что здесь есть какой-то сальник, двигатель, и все это дело вращается. Ну, видать, китайцы додумались и сделали попроще, потому что сальники могут периодически течь, а это мало приятного, когда у вас из лампы на схему электрическую сочится вода. Ну, такая вот интересная лампа, сейчас ее соберу до кучи и еще раз полюбуюсь в темноте, как она работает. We'll be right back.